дипломом участника шахматного матча «Битва гигантов» и сертификатом денежного приза награждается Виктор Львович Корчной. Ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. Диплом вручает вице-президент Российской шахматной федерации, президент Федерации шахматной республики Калмыкия Валерий Эрнеевич Баваев. Диплом участника шахматного матча «Битва гигантов» и сертификатом денежного приза награждается 10-й чемпион мира по шахматам Борис Васильевич Спасский. Борис Васильевич, мы приглашаем вас подняться на сцену. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Борису Васильевичу Спасскому и Виктору Львовичу Корчнову. Только людей явилось на закрытие, так сказать, заседание, посвященное окончанию матча. То есть приятно, что число присутствующих примерно в 30 раз больше числа участников, числа зрителей этого матча. Вот когда меня спросили, чего бы я хотел в ближайшее время, я хотел бы, чтобы через год или два, поменялось бы все, чтобы зрителей бы вот на этом заседании было бы несколько человек, а на игре было бы 100 человек. Было бы нам куда приятнее. Ну, у нас действительно была напряженная борьба, которая заслуживала, чтобы люди посмотрели. Но мы, рассказывать это за словами, это бессмысленно, тем более понимают шахматы и видят что-то, способны видеть что-то интересное. Желаю вам в ближайшем будущем прибавить в шахматном понимании, окей? Спасибо огромное, Виктор Львович.